19 мая в 1922 году родилась пионерская организация. С 20-х годов и берет начало пионерская летопись. А пионер, он, как известно, всем ребятам пример. Для современных школьников эта детская организация уже стала легендой, если они вообще о ней знают. Для тех, кому за 30, пионерский галстук был неотъемлемой и обязательной частью школьной поры. Юные ленинцы собирали макулатуру и металлолом, а мы собрали воспоминания о пионерском детстве известных людей города. Это была линейка в третьей школе, в коридоре, школьный коридор. Было торжественно, и мы очень волновались, очень переживали. Приняли, была довольна. И главное, что это действительно было торжественно. И ритуал, так сказать, и повязание галстука, и вступление в саму организацию – был для нас, для всего класса, действительно событием. Когда приняли в пионеры, я точно помню, это 19 мая на огромной площади возле памятника Ленина, где огромные голубые ели вековые стояли. И я летела сказать маме, что я вступила в пионеры. Вы знаете, было такое ощущение, что мир передо мной расступается. У пионеров были свои законы, но эти законы не состарились и сегодня, потому что во все времена особо ценится верность слову и делу, долг, честь, отвага. Пионеры боролись за высокое качество знаний, укрепляли дисциплину в школе, развивали интерес к науке и технике. В пионерских отрядах ребята овладевали полезными трудовыми навыками. Они помогали взрослым восстанавливать народное хозяйство, ремонтировали школы, работали на колхозных полях, сажали пионерские сады и парки. Чтобы вступить в ряды пионерской организации, ну, во-первых, нужно было учиться очень хорошо. Нужно заниматься было везде, во всех кружках, во всех секциях нужно было быть лидером. Конечно, участвовали во всех делах по благоустройству. Это и первое насаждение, и первый сад школьный, и первые какие-то походы пионерские, и помощь совхозу во время уборочных работ. И хотя многие в современной России обвиняют пионерию в излишней идеологизации, мы не смогли найти человека, у которого от пионерской поры остались несчастливые воспоминания. А лозунг «Спасибо партии за наше счастливое детство» оказывается не лишен смысла. Будет ли детство наших детей таким же счастливым, как у наших героев, покажет только время. Я не могу сказать, что что-то изменилось. На смену пионерской организации пришли волонтеры, пришла современная молодежь со своими взглядами, со своими укладами жизни. И если молодой человек до 14 лет, у которого сформировалось свое мнение, естественно, он примет самое активное участие в жизни города, школы, колледжа, университета и будет занимать самую жизненную активную позицию. Идеи сегодня у молодого поколения гораздо такие смелее, разные, и они, в общем-то, это делают, и посмотришь на наших лидеров молодежных организаций, просто действительно позавидуешь, какая сегодня растет молодежь. Вот бы все так. Ой, всем тем, с кем я работала, больших, больших творческих успехов. И в воспитании своих детей, у которых они есть, и творческая работа, чтобы она была у них. Мы, потомки пионеров, торжественно обещаем горячо любить и беречь свою родину, в учебе, работе и общественной жизни всегда быть первыми, уважать и продолжать традиции старшего поколения, постоянно оказывать помощь ветеранам войны и труда, быть достойными гражданами своей родины. Клянемся! Пионер в каждом деле пример, будь готов, всегда готов.